Всем привет, друзья! У нас вечер, и мы получили посылочки. Нам передали. Спасибо нашим друзьям. Сейчас мы их распечатаем. Да. Это долгожданные наши посылки. Так. Вот эти это моя. А пока дошла посылка, она, конечно, порвана. Ну, ура! Ура! Вот. Это значит для планшета. Такая подставка. О, я ее ждала. Она, кажется, белая, да, белая. Так, вот так поближе, покажи нас там поближе. Вот такая подставка беленькая. Здесь украшения и часы. Уже я вижу, что очень красиво блестит. Оно очень красиво смотрится, еще не распечатано. И уже я в восторге. Сейчас мы это поближе посмотрим. И вот такой рюкзачок от Настеньки, поэтому... Так, сейчас я разорву немножко. Хороший. Как раз Настя будет в лагере ходить и брать с собой вот что-нибудь такое, там перекуска какой-то, знаешь, бутербродик. Смотри, какая красота. Ну, перекус там, бутербродик, фрукты какие-то. Ну, какие-то игрушки там, ну, я не знаю. Такой вот милый-милый рюкзачок. Как тебе, Настюш? Мне нравится. Нравится? Вот. Так, сейчас мы тут вот сделаем штучку. Рюкзачок прицепим. Нитка, мне надо порвать. Давайте потом. Вот. Так. Ну, это мы сделаем потом. Значит, мы снимаем. Украшение это смотреть. Я это уберу. Поля, ну там хорошо видно. Я не вижу, видно. Как качество видео. Нормально? Нормально. Хорошо видно? Хорошо видно. Это уже вечер, мы снимаем. Так. Здесь часы шикарные. Но моя первая посылка, она так и потерялась. Очень жаль, там тоже были у меня часы. Вот, вот такие часы. Они просто обалденно смотрятся. Так. Видно хорошо их? Ой, какие они хорошенькие. С браслетиком. Смотрите, какой браслет красивый. И там что-то еще. Ой, часики, браслетик. Значит, это идет набор, вижу колечком, вижу сережки. Сережки, где сережки? Вот, будут сережки, вот колечко. Да, подожди, фокуса нет. Кстати, сейчас. Это на мой пальчик. Он там не регулирует? Не, на стуне, это на взрослого. Вот такой вот ожерелье на шею. Он стрельный мой тоже. Хорошо, Настуня. Ну, вот это вот как бы часики, это для взрослых, это для меня. Тебе рюкзачок и... Тебе на часы не пойдут, ты мелкая. Это для взрослых часики. Это, ну, тебе часы не надо, потому что они, во-первых... Но они на взрослого, Настя. Это не детские, но это женские. Тебе часы куда смотреть, ты шо? И вот это ожерелье, оно тоже женское. Вот. Как бы. Тебе вот смотри... Рюкзачок и плюс этот для планшета. У тебя планшет. Да, у тебя поставка для планшета и рюкзак. Что тебе еще надо? Вот. Часы еще мам забираешь. Ну, часы, да. Ну, всяко разно там. Браслетик. Так, ребятки, все. Я пошла смотреть дальше свое. Пока. Всем хорошего вечера, хорошего настроения. До свидания. Ну, привет, друзья. Надо прицепить ее. Тоже. Собаки слышу. Это оливковый сад. Зашли в деревню. Настя в школе. Полю еще пока не определили. Собаки злые. С Лункой. В этот раз мы взяли ей попить. И сделали мисочку с бутылки пластмассовой. Мы зашли в деревню. Сейчас посмотрим, как тут живут люди. Очень интересно. Зато какой красивый оливковый сад. Луна, нельзя. Может, ее все-таки прицепим? А это что там? Может, молоко собирают, как у нас сигналят? Слышно? Пи-пи-пи. Люди держат коров, может. Тоже такой сборщик молока приезжает, собирает. Или тут по-другому. Были дожди. Лужа. Так, сейчас я иду. Я иду медленно, чтобы камера не трусилась. Что? Такое, как бы, ну. Что такое? Пошли дальше.
А мне тут очень нравится. А это дикая ежевика. Поля, давай ее прицепим. Я поняла, давай прицепим тут, чтобы ты не кричала так, тут частные дома идут. Ну что, она если меня не слышит? Пошлите, вот я вижу калиточка, домик симпатичный. При домике сад оливковый, довольно большой. Нет таких огородов с картошкой, как у нас, но пройдемся дальше. А сзади нас идут люди, не знаю, туристы или, может быть, живут здесь. Смотри, тут клещи могут быть. Это люди кричат. Как-то странновато. Что они тут делают, боже. Вон, видно, кто-то идет еще сзади нас. Группа людей. Сейчас подождем, пусть они пройдут. Держи ее. Ола! Дай мне здесь. А, они тут живут. Пришли люди сюда, типа как лагерь, что ли. Может быть, сдается комната для них. Как бы место такое красивое, туристическое. Стоят они возле ворот и просятся, чтобы их пустили. Стоят машины. Луна, иди сюда. Что такое? Укусила что-то уже ее. Блин, Луна, иди сюда. Луна, ее укусила что-то за нос. Стой, сейчас покажи. Укусила, надует, наверное. Да, жало. Ну, конечно, вытаскивай теперь. Тихо. Ой, она ж... Опухнет. Уже было такое просто у нас. Ее морда и так опухла. Раз уже укусила, вытащила жало? Да. Ой, она ж села, видно, пчела или кто там, оса пчела. Она ж ее языком, видно, лизнула. Ага. Вот опять как гордо помнит. Ну да, мы так засмотрелись на этот домик, а он оказывается как лагерь такой, что ли, для туристов. Люди зашли, их запустили, они, видно, давайте мальчик, комнату там. Довольно много людей. Ну все, давай, мне интересно дальше пройти. Что дальше? Боже, как же красиво. Раз, два, три. Три машины. Люди на машинах, видно, приехали. А, им сдали комнатку. Интересно, сколько ночь. Но я знаю, что ночь в отеле стоит около 80. Сейчас вот это. Ой, я сама боюсь этих. Ой, как их. Господи, и змей тут боюсь, и пчел боюсь. Ос. Ну что, там Луночка. Ой, какая заботливая у тебя хозяйка. И помыла носик. И пожалела. Вот это ж мы тарелочку сделали, чтобы пить. Ой, а если не будет, Полюша? Не, не будет, не надо. Не трать всю водичку. Там не все, она ели водичку. Иди, Луна, попей. На. Можешь пить водичку? На, вода. Не будет, видишь? У нее нос болит. Ты что, слишком деловая, не понял. Нос болит и все. Смотрите, ага. За собором, видите, машинки стоят. Уйди, попей. Интересно, конечно. Вообще так давай, здорово. Давай, скорее давай. Всего, их тут и кормят. Ну, хотя, как частный дом выглядит. А сдаются комнаты. Да, Лун? Ну, люди так зарабатывают. Как морда пухнет. Лунка, ну ты даешь. Будешь знать, что не надо есть все подряд. Та ж села, видно, что на нее пчела. И она лизнула языком и пошла теперь. А вот то, что лежит у нас. Поводок. Тоже поводок. Видишь? И Лунка показала, что лежит поводок ее. Алеш, видишь, Лунка умная какая? Она тебе показала, что не надо забывать ее вещи. Вот чудо, вот чудо. Все, пошлите, мне очень интересно, что там дальше. Да, что пчелы? Я не хочу да какие там пчелы? Они везде. Пчелы, осы, комары. Это там, то, что нас окружает летом. Луна даже не хочет. Пошлите, пойти. Посмотрим. Ну, быстрее. Давайте, давайте, вперед. Самое интересное прям. Не хотят они идти. Боже. Меня так давно вот это интересовало место. Почему? Потому что мы уже с Настей тоже пошли же в горы недавно.
И завернули сюда, в этот поворот. И прошли немножко, и вернулись, потому что уже, ну, как-то вечером было. Ну, вечером как после 5 или 6. Вот, и я уже не стала идти. Так, ну что? Смотрим. Ну что, как там она? Она не захотела эту воду пить? Значит, она просто вот сейчас не очень довольна. У нее, ну, носик видно тебе немножко. Понадобились эти пчелы. Ну ничего, не обращай на нее внимания. Почему? Потому что чем больше ты на ней зацикливаешься, тем больше она будет, понимаешь же, и больше будет жаловаться на свой нос. Все, пошлите, ничего не вижу впереди. Сейчас отключусь на время. Может, там что-то другое будет, и я тогда включусь. А это что, кукуруза или что? Ну, а как вы хотели летом, чтобы этого не было? Вот интересные. Все, вперед с песнями. С песнями. Только отошли буквально немножко. А? Не, я хочу еще пройти. Мне очень интересно. Чуть-чуть. Смотрите, тут бассейн. Он еще не наполнен. Но здесь стоит забор, получается. Это уже другая территория. Надо идти дальше. Я так понимаю... Забор идет, это значит, там живут люди. Так, я поднимаю немного юбку, я в юбке. Хотя тут надо штаны одевать. Смотрите, какие мелкие-мелкие цветочки красивые. А, так, ну, Поля не любит природу. Кто бы сомневался. А я ее обожаю. Я просто могу просто ходить и наблюдать, как растут цветы, как летают пчелы. Это у меня с детства. Я не знаю, почему дети... этого не понимают. Нас или воспитывали немножко по-другому. Я с самого детства помню. Вот как я себя помню, я очень любила наблюдать. Я за муравьями наблюдала, за мошками, самыми маленькими. Я наблюдала, как пчелки летают, куда они садятся, как они пыльцу эту берут. То есть все-все я это наблюдала. Мне было очень интересно. У детей нет этого. Я не знаю, я им прививала это с детства. Я укроп... Я нашла укроп. Это укроп. А ну. Да, укроп. Он, конечно, лысый. Его кто-то объедает. Все, пошлите дальше. Так, смотрите, какие красивые цветы. Ага, и насчет вот... Я не смогла, наверное, привить им любовь к природе. Я не знаю, я обожаю наблюдать. Солнце, и а я люблю всякую природу. И на солнце, и без солнца. Я вот как даже элементарное, как растет колосок. Я все это с детства любила. Я не понимаю, почему такие дети, почему. Я им прививала с детства, ходила, наблюдала с ними так же все. Нет, неинтересно, неинтересно. Напишите, пожалуйста, в комментариях. У кого, может быть, действительно, так, как у меня было в детстве. Ведь это было так тогда круто. Может, потому что не было интернета, не было девайсов. И, естественно, мы развивались так, как должны развиваться дети. Ну, там же красиво. Что пойдем. Там все красиво. Пошли посмотрим еще немножко. Боже, какие ленивые. Как трудно пройти. Пошли. Солнце мешает. Все мешает. Тот, кто любит природу, тому ничего не должно мешать. Все, идем с песнями. Наблюдаем за цветами, за лункой. Луна нельзя. Посмотри, что на огородах растет. Что там может расти? Ну, давай смотреть, что растет на огороде. Кстати, тут есть липа. И она вот-вот зацветет. Я видела липу, когда ходила. А, я еще ж вам не рассказала. Я прописалась тут на 6 месяцев, получается. Ну, так они заставляют как бы прописаться. Там уже, когда будем переезжать, выписываемся. Вот такая, такие правила. Вот. Сколько здесь лекарственных трав? Пожалуйста, суши не хочу. А я липу хочу найти. Здесь она есть, но она тут как бы в городе растет. А я хочу найти липу дикую, чтобы она здесь росла. Вот как орехи. Вот видите, орехи лесные. Также, чтобы липа росла и дождаться. Вот-вот зацветет. Прям смотрела, вот такие вот уже бутончики. Скоро должна она раскрыться. Лунка. Ведь не захотела, хэкает. Потому что, ну, ты ей водичку давай.
Давай, давай водичку, давай. Давай водичку. Ой, как мы питочки захотели. Ой, ты как... Нет! Эх ты! Ты что? Обманщица. Воображала, что? Тащили, меня, тяжести такие. На! Хочешь кому на дежур? Иди сюда. Луна, ты будешь питки? Луна. Нет, не хочет. Иди сюда. Поле поливает елочку, поливает всю водичку. Елочка, елочка. Новый аромат. Дикая елка выросла. А это за забором тоже, вот чей-то же участок. Кто? Так, а это смотри, за забором. Ворота, частная территория. Нет садовника тут. Нужен садовник. Так, хотела же еще с вами поговорить и рассказать. Ну вот пока будем идти, я вам расскажу, что нас, в общем, передали по другую организацию. И плюс, значит, что можно переходить на вторую фазу. В любое время, вот сейчас, если я нахожу там жилье, первый последний месяц они оплачивают, как бы дают гарантию, и ты должна за месяц там устроиться на работу обязательно, чтобы как бы это. В общем, ищу пока квартиру. Что-то ищу, смотрю. Ой, ну, хотя бы пока Сережа не приедет, я не знаю. Потом приедет, будет видно. А сейчас вот пока не приедет. Просто Поля уже очень не хочет находиться тут. И я думаю, почему надо перейти куда-то на квартиру, чтобы там кушать, готовить. У меня тогда немножко, может, будет более другая ассоциация с Испанией. Вот. Поэтому... Так, ну что, еще давай немножко туда пройдемся. Я бы, конечно, чуть-чуть. Ну, пошли посмотрим, куда выйдем. Просто очень интересно мне. Пока это частная территория. Как бы за забором. Нет, так мы тут идем, это же не частная. Я имею в виду, что... За забором, да. За забором частная. Правую сторону. Нужно выходить. Ну, надо же кремом было помазаться от солнца. Тем более, у нас их очень много. А я заметила, тут нет одуванчика. Вот эти вот цветочки желтые, это не одуванчики. Вот. И ни одного не заметила. Вот сколько здесь. Хоть бы один одуванчик наш найти. Они очень лечебные. Я, кстати, их собирала и мед варила. С одуванчиков полезные. Да, я помню. Одуванчики, да. Какие репейники. Сейчас сюда еще завернем, будем идти обратно. Просто очень интересно. Ага, мы туда дальше, дальше выходим. Деревня, деревня идет. Хорошо, я с Настенькой схожу, я так понимаю. Да, она меня поддерживает. Любит ходить. Гулять, ходить. В общем, ладно, мы с ней сюда потом как-то придем, посмотрим. А что тут? А, это строительство дома идет какого-то, да? Коробка такая тут. Ну все, будем возвращаться. Тут идет, получается, как частная собственность. Дальше, дальше, дальше. Деревня. А это ж вот орешник. Смотри, сколько тут орехов. Это просто... Это конечно, это лесной орех, как у нас во дворе. За двором даже, вернее. Не, папа его потом спилил. Так они будут у нас скоро. Было ну, без разницы, это уже лесной. И у нас был молодой, а это уже... Тоже такой, не знаю, лет по 7. Куда я пошла, по 8. Луна? Ты же кусь зашел. Чтоб такое дерево выросло, это лет 7-8. Это вообще лет 10. Высокое очень. Всё, мама, идём. Ну, пошлите. Не хотите гулять, как хотите. Так, фу. Муха прям возле уха крутится. Вот такие вот здесь орешники. И они пошли, 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 пошли вдоль. И очень много. Вот, орешки лежат. Их очень много. Это их никто тут не собирает. Ну, то есть, это старые орешки. Просто я покажу, что... Видите, они уже год отлежали здесь. А их еще поливают, смотрят за ними. Добрый день, зрители. Значит так, здесь очень жарко. Температура под 30 градусов. Да? Сколько градусов? 27, наверное. Короче, по 30 градусов. Очень жарко, я боюсь гореть. Мы, фиг знает где,
Вот. Луна не хочет пить, ее ужалили за нос. Ее снова опухнет лицо, морда. Да? Вот, и она снова будет как смешная. Малыш будет набирать землю зачем-то. Да, землю буду брать, чтобы посадить. У меня там лимоны растут. Сейчас косточки. Там мой влог, все. Влог какой-то, с него дай пакетики. Передаю. Да, мне надо. Я быть, вас не вижу на самом брать. Деле. Надеюсь, вы меня видите. А здесь тут земля, тут одни камни. Мне надо земля, а тут одни камни. Пошлите дальше. Пошлите дальше. Вот, ну Луне определенно нравится. Нравится свою, сувать свою морду куда попало. Вот, и в конечном итоге её укусила пчела. И леса. Сейчас. Ну а что тут? Смотрите, нет земли. Нет земли, вот одни камни. Нет земли, но ребят. Но здесь все растет. Как это? Здесь все растет, это какой-то прям... Я не знаю. Там где-то ходит Луна. В камнях, просто все растет в камнях. Лунка, не лазь, потому что укусит тебя... Да. Ой, как я уже записываю, 2 минуты, да? А, вот. Очень удивляет, что тут растет все в камнях. Тут нет земли. Что нет земли. Так? Где набрать землю? Где набрать землю? А не знаю. Луна, иди сюда. Луна. Короче, ребятки, я устала, я сильно хочу пить. И я хочу арбуза. Вот. Сейчас посмотрим на зверя. Там есть дырка. И туда... Ой, эй, Луна, Луна, Луна! Луна, зайди. Так там у нас какая-то лиса, кабаны. Она... Да какие кабаны, ма? Ты что? Козы, 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 козы. Это точно. Козы, какашки, козящие. Какие козы. Прикол. Короче, ребят, мы узнали, что здесь есть козы. Есть маленькие козы живут. Почему маленькие? Потому что какашки маленькие. Потому что какашки маленькие, вы поняли. Мама у нас сыщик, и она узнала, что здесь водятся эти козы маленькие. Продолжаем. Вот такие вот у меня очки, квадратные, да? Они стоили 5 евро. Не знаю, дорого, нет. Но мне они нравятся. Потому что у меня были вот такие вот узенькие. А теперь они квадратные. И они защищают, получается, пол моего лица. Это хорошо. Из-за того, что я опять не намазалась кремом. Я забыла. Мама переживает за свою землю. А тебе зачем земля? Земля. Ты в номер земля. Хочешь? Ты... Всё растёт, но нет земли. Она хочет в номер тащить землю. Дожили, ребятки, дожили. Ей надо срочно во двору. Иначе она уже в номер. В номер, понимаете? В номер тащит землю. И надо срочно во двор копаться в своих цветочках, помидорчиках. Вы поняли, да? Это ж мама. Вот. Я хочу домой. Я думаю, вы уже поняли, да? Хочу мне жаловаться еще. Я хочу домой. Почему? Да потому что там не жарко. Там бабуся. Мы оставили бабусю. Вот. И у них там будет лучше, потому что там двор. Ой, тут сейчас будут бджолы. Вот тут, видите, тенек. И дальше там какое-то стадо пчел. Господи. Мама нашла землю, ребят. Давайте ее поздравим вместе. Хоть какая-то земля, вот такая вот она более похожая. Так, это камни будут вот это. Я сделала фото. Вот. Что мои цветы требуют земли. Где вы еще такое увидите? Мои цветы хотят земли. Смотриваем Луна. Луна, Лун, а ну покажи нос. Вот тут немножко опуха. Чуть-чуть опуха, но я помню, ее кусала, сильно распухала прям мордочка. Нормально, нормально, Лунусика. Давай, осматриваем лапки, лапки теперь, чтобы ты не была у нас там с клещами, не дай бог, господи.